Плодоношение перца очень сильно зависит от температуры окружающей среды или теплицы. В холодное время, когда по ночам опускается температура, растения гораздо хуже усваивают питательные вещества, поэтому для продления плодоношения в августе необходимо правильно ухаживать за перцами и вносить правильные подкормки. Часто перцы начинают страдать из-за дефицита или обилия полива. Засуху растения переносят очень плохо, так как большинство их корней находится у поверхности земли. Поливать перчики нужно водой с температурой 25 градусов по Цельсию, которую лучше всего предварительно отстоять. Полив необходимо делать только тогда, когда почва будет подсыхать. В холодное время в августе можно поливать перцы даже горячей водой, но лить надо не по листьям, а прямо под корень. А еще очень важно регулярно рыхлить землю и укладывать мульчу для сохранения влаги. Но особенно важно внести правильные подкормки для перцев. Ему нужны калий, фосфор, бор, цинк и магний, чтобы плоды быстро наливались, росли крупными, а куст максимально долго оставался зеленым. Использовать хлорос содержащее удобрение не стоит, так как этот микроэлемент накапливается в верхних слоях грунта, почти не вымывается и отравляет растения. Если говорить про органику, то отлично подойдет травяной настой из крапивы или подкормка из птичьего помета. И не забудьте правильно формировать кусты, убирайте завязи, бесплодные побеги и поврежденные листья раз в несколько дней. Если же куст слишком сильно загустился, нужно оборвать 1-2 листика, чтобы не нарушать водный баланс, и повторять процедуру до нормального состояния куста каждые 3-4 дня.